быть приемлемо. Поэтому... 10 дней назад представлял страну на совете премьер-министров СНГ. Ну, просто у нас была ситуация. И один из премьер-министров самой крупной из страны и таможенного союза, не будем называть имени, когда узнал, что в Молдове... что в Молдове 57% голосов в таможенном союзе, когда узнал о том, что в Молдове два дипломата избраны на пост спикера и премьер-министра, я сейчас просчитываю правильно, цитирую Дмитрия Анатольевича, закрытая беседа, но сказал такую вещь, это относящуюся, что на самом деле важно, чтобы для России, чтобы в Молдове, как и в другой стране, были предсказуемые партнеры. Вменяемые. И очень важно, что... Российский постулат очень правильный. Что правильно. И еще такую вещь. И, в принципе, слушайте, вы знаете, хорошо, что дипломаты. Потому что дипломаты обычно очень компромиссные, прагматичные люди, заточенные на поиск общих решений, гармонизации. Не о себе ли вы? Я считаю, что вот для, я просто реплика на то, что у нас сейчас во главе Владимир парламента Головачук, и правительства дипломаты. Это